Ангелина, у меня к вам вопрос. Для чего освещают куличи? Ангелина, благодарю тебя за вопрос. Куличи освещают как традиция в честь праздник Пасхи. Также и освещают яички и Пасхи. Ну, куличи, ты знаешь, это такая сдобная булочка. Это более русская традиция. Пасха – это пирамидка творожная, а яички – это яички, которые стали освещать в честь памяти такого события, когда Мария Магдалина пришла к императору Тиберию и благовествовала о воскресшем Христе. Тот не уверовал, сказав, что пока не станет красным, я не уверую. И у всех на глазах яйцо стало красным. Поэтому это традиция, которую мы делаем, как потом угостить не только словом поздравить, но и таким сладким подарком своих близких и родных. Храни Господь!